Здравствуйте. Представляем сыроварню на 500 литров с проточным охлаждением и нагревом. Кранслива ДУ-80. Сюда, значит, у нас подается змеевик по всему. Сюда подается, сюда выходит у нас. То есть полностью обходит все и поднимается. Здесь у нас стоит группа безопасности. Манометр. Это датчик. Два терморегулятора для рубашки, для сырья. То есть показывает двухканальный. Включаем сетевую и включаем мешалку. Мешалку регулируется либо быстрее в одну сторону, либо медленнее. То есть на ножках вибропорах транспортируется, крышка разбирается, на две половинки закрывается. Ну, то есть проток сюда подаем, значит, теплоноситель, либо охлаждение, либо полностью. Котел полностью с нержавейки, то есть, и кран пробный для слива, то есть для полного слива. Все, рубашка с нержавейки. Все, котел готов к работе.